Батюшка отец Иоанн был очень деликатный человек, никогда не обличал, в лоб не говорил, а так ласково, мягко, всегда с шуточкой иногда. И с ним, конечно, было легко, это самое, в этом плане, и просто. Но иногда, кто понимал, конечно, а кто не понимал, тому хоть что не говори, там, как говорится, тот ничего не, это самое. Для умного одного слова достаточно, для дурака и 100 ударов мало будет. Поэтому вот так вот получали мы назидание, глядя на старцев, на их жизнь. Спасибо.